Привет! Всем привет! Вы на канале? На канале Лизы Май! Совсем скоро Пасха! Эх, кукол Лол покрасили 5 пасхальных яиц Лол. И сейчас мы с Лизой вам покажем, какие пасхальные яйца Лол получились у наших куколок. Первое пасхальное яйцо от Лол Давн. Да. Второе пасхальное яйцо от Лол Даск. Кстати, Лизонька, ты ж в эту куколку переодевалась, да? Да. Ты была Лол Даск? Классно было, правда? Давай мне третье яичко. Третье пасхальное яйцо от Лол Мадам Квин. Мадам Квин. Это яичко у нас золотое. Золотое. Ложи в корзиночку. Аккуратно. Аккуратно, да, чтобы не разбилось. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое пасхальное яйцо Лол вам понравилось больше. Четвертое пасхальное яичко от Лол VerQT. И пятое пасхальное яичко от Лол Touchdown. Подписчики, куколки Лол очень старались и ждут вашей оценки в комментариях. Теперь тебе нужно найти, какое пасхальное яйцо принадлежит какой куколке Лол, и вернуть это их на место. Какой куколке оно принадлежит? Правильно. Привидение это Лол Даск. Правильно. Умница, давай дальше. Ты справилась с этим заданием. У меня для тебя есть сюрприз. Держи. Это мягкое. Мягкое? Что же это может быть? Ух ты! Это же Лол Пэтс. Из тискачанок. Так это и у меня. Будем его открывать? Да. Скорей, скорей. Я словила. Кошечка, либо собачка попадется, а может кролик. Опа! Точно, повторка, у нас такая уже есть. Так, что тут еще есть? Бутылочка. Так. Вот, я ее нашла, съела. Нам попалась сегодня роллер Китти. И это повторка, у нас такая кошечка уже есть. Вот такой питомец нам сегодня попался. А теперь сюрприз для наших подписчиков. Пасхальный лол-конкурс для наших внимательных подписчиков. Кто первый найдет, какая куколка лол пропала из нашего шкафчика во время съемки этого видео, получит лол-конфетти-поп от Лизы. Всем удачи! Удачи! Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал, есть Лиза! Don't stop.